Казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергенова наградили престижной премией Asian Music Gala. Артист победил в номинации «Самый популярный зарубежный певец». Церемония вручения проходила в городе Гуанчжоу, Китай. От всего казахского народа, от себя лично благодарю всех моих фанатов за поддержку. Благодарю организаторов за то, что подарили возможность участвовать в этом крупном конкурсе исполнителей из азиатских стран. Димаш Кудайбергенов стал невероятно популярен в Китае после участия в вокальном конкурсе «I'm Singer». В Казахстане этот проект запускает 31 канал. Каждый получит шанс повторить успех Димаша. Кастинг уже проходит. Для участия нужно до 1 августа заполнить анкету на сайте 31.kz. Попытать удачу могут профессиональные музыканты или выдающиеся самородки. Заявки уже подали почти 2000 человек. Среди них исполнители из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Татарстана и Китая.